В Алтайском крае вынесли приговор бывшему управляющему делами губернатора и правительства региона Андрею Степанову. Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, его признали виновным в злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Следствие установило, что в декабре 2019 года Степанов от имени управления делами губернатора заключил с одним из учебных заведений договор. Он хотел получить второе высшее образование стоимостью более 130 тысяч рублей за счет бюджетных средств. Но это не единственное его преступление. Кроме того, в 2020 году подсудимый, превышая служебные полномочия, необоснованно направил в подведомственное учреждение более 18 миллионов рублей в качестве инвестиций на строительство многоэтажного наземно-подземного гаража-стоянки при отсутствии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. В последующем указанные денежные средства были перечислены учреждением в качестве оплаты задолженности перед коммерческой организацией на основании решения арбитражного суда Алтайского края. Суд признал Степанова виновным и назначил наказание – 1 год 6 месяцев лишения свободы условно.